Церемония награждения состоялась в Доме культуры «Адлер» накануне 23 февраля. Там собрались более 500 человек – школьники, росгвардейцы, казаки, солдаты и офицеры сочинских гарнизонов, общественники и местные жители. Памятные знаки в честь 75-летия Победы получили 13 фронтовиков и тружеников тыла. Этот день посвящен тем, кто честно и преданно служит своей Родине, отдает ей все силы, энергию, знания и, самое главное, живет интересами нашей Родины. Мы обязаны помнить всех, кто пал на полях, отстаивая свободу и независимость нашей страны. Вечная им память и низкий поклон. Для ветеранов и тружеников тыла был организован праздничный концерт. В фойе Дома культуры развернули полевую кухню и выставку детских картин на патриотическую тематику. Там же показали образцы вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны.